Сегодня прошли товарищеские матчи между дублирующим составом пермского «Амкара» и калининградской «Балтикой». Это представители первого дивизиона. Также на полях после обеда встретились клуб «Волга» из Нижнего Новгорода и «СКА Энергия» из Хабаровска, также играющие в первом дивизионе. А вот в среду на полях «Спутник спорта» в 2 часа состоится товарищеский матч между армавирским «Торпедо» и ереванским «Араратом», играющим в премьер-лиге.